Никита Чичурин к своим 18 годам уже стал настоящей звездой Кубани. Он покорил всех своим пением на закрытии Паралимпиады в Сочи, а также стал победителем и лауреатом всевозможных вокальных конкурсов, в том числе зарубежных. Диагноз «детский церебральный паралич» никак не помешал ему стать первым среди равных. Его учитель Людмила Комарова признается, Никита очень одаренный парень. Ко всему к тому, что он такой улыбчивый и веселый, у Никиты очень такой сильный стержень. Вот благодаря, конечно, это бабушке, там, таким более старшим родственникам, он очень патриотичен. Он вообще с таким рвением поет песни про родину, про войну, про такие ретровские песенки, которые там Иосиф Кобзон пел когда-то, Магомаев. За мужество, крепкость духа и творческие успехи в разных сферах деятельности. Именно так звучит номинация, в которой Никита победил. Сейчас артист активно покоряет столицу. По словам самого певца, он до сих пор не может поверить в то, что премию присудили ему. Вы знаете, это было все так неожиданно. Я как бы и не стремился к этой цели. Я даже не знал, что такая премия существует. И меня просто направили на эту премию от моей президентской организации. И там была как конкурсная основа, и я как бы прошел. У меня столько эмоций, столько всего. Я не знаю, как это все даже описать. Но было круто. Награждал Василий Лановой. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне верю и не верю? Сейчас Никита активно осваивает новую программу. Впереди у юного артиста участие в нескольких зарубежных фестивалях и выступление в Государственной Думе. После чего певец непременно приедет обратно на родину, в Анапу, с гастролями и новыми песнями.